работы по парку Победы. По парку Победы у нас тоже благоустройство закончено и принято, занималась фирма «36-й». Там есть ряд замечаний, но мы их как бы отразили, но в связи с погодными условиями мы решили перенести на весенний период. Но они незначительно. Там отслоение плитки, подход к мостику, она вот в песке как бы так. Ну, она уляжется, мы потом ее утрамбуем, и я думаю, что будет все нормально. Еще что? Ну и в принципе больше не... Ну там есть привыкание, но они не знают, где новый асфальт привыкался со старым. Мы тоже посмотрим весной, если что, они его закатают. И сейчас закончат работы еще у нас север. И сколько-то они там где-то повредили плитку, но это тоже на весенний период мы все будем восстанавливать. Какие работы не закончил север? Так, ну север на сегодняшний день у нас не закончил, это по архитектурному бетону. Ну это не работа, это установка. Они его архитектурный бетон привезут, поставят на готовые уже фундаменты и работы какие-то там еще север ведет. Или только установка, что только? Ну освещение до конца им добить и все доделать. Что доделать? Они будут светильники их установить, столбы они установили, там тоже. Линии опор установлены, светильники когда установят? Ну они обещали до 21 числа их получить. Установить в течение дня до конца года. Письменное уведомление о сроках установки всех архитектурных форм и светильников запросите вот север. Хорошо. Штрафные санкции выставляем? С севером работает же фонд «Русал». Значит, от «Русала» потребовать, чтобы выставляли штрафные санкции по срыву срока. Незначительное то, что вы сказали, примыкание и откол плитки по мостику, так скажем, любви, которая у нас там есть, устранить в этом году. Ольга Павловна, надо при проектировании, вот сейчас мы начинаем уже разрабатывать проект с Минстроем по улице Кирова, нам надо учесть это доступность, тактильную плитку. Олег Викторович, надо позаботиться. Посмотри светофором, которые переходные в эти пешеходные переходы, звуковое обеспечение. Посмотрите на уделение вниманию все-таки с точки зрения эксплуатации. Вот по Парку Победы у нас есть это проектное решение, да, экозоны, эти пешеходные дорожки. Ой, чтобы я их сейчас убирал, я дал задание купить пылесос, вот эти вот бензопилы, потому что по-другому их не уберешь. Да, может быть, это красиво. Зимой это не будет эксплуатироваться никак. Я никак оттуда снег не уберу, никак их не подмету, там не будут у меня ходить люди. Ну, надо вот все-таки с практичности. Да, красиво, но со стороны точки зрения эксплуатации дальнейшей.